Водители автобусов из Анапы приняли участие в специализированном первенстве края. Соревнования прошли в Сочи на трассе «Формула-1». Один из этапов – проверка знаний правил дорожного движения. Затем участники демонстрировали свои навыки вождения. Необходимо было не только быстрее всех пройти трассу, но и не расплескать воду из открытой емкости, установленной в салоне. Город-курорт представили 4 участника. По 2 на автобусах большой и малой вместимости. Анапчанам удалось пробиться в финальную часть. Однако места на пьедестале достались сочинцам и новороссийцам. Несмотря на это, настроение в команде царило отличное. В городской администрации говорят, что подобные соревнования повышают престиж профессии и дают стимул совершенствовать навыки. Кроме того, сплачивают водительское сообщество. Уже в следующем году по данной методике проведут городские соревнования. Планируем на следующий год также в преддверии празднования Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта провести отборочные соревнования. И по результатам уже данного отборочного мероприятия будут направлены представители, самые сильные, в город Сочи. Идет стимул для изучения и более углубленного правил дорожного движения, что также им необходимо применять на практике, и улучшение качества вождения, так как этапы соревнований предусматривают и фигурное вождение, и стиль мягкой езды. А это позволит сделать перевозки более безопасными и комфортными для пассажиров.